Это ты вон Саня нас доник, уже куда ты пропал? Да я думал, вы за мной идете, а в итоге такой Эликсар за мной. Ну, пожар. Противник же американец, да? Американец. Опа-на. По мне уже маслины на трак. Впереди далеко. Своим? Да что-то по-моему срок. Нет. Что-то очень как-то близко ко мне. Сейчас гпшит. Они как-то близко взрываются вообще. Слева кто-то перечехлял из зоны. Оружие. Он выйти не может, там по ней его блокировать должен. Понял. Ну ты смотрел, может выбежать в тот, ну... Сейчас пошла. Сейчас ответ. У нас как бы еще ГПшек сверху есть. Ага. Чисто. Вижу тебя. Прям из-за арки. А, да. Мы в тупике. Забраться. А здание в каком направлении вообще этот триггер? В смысле, в каком направлении? Ну, где он находится? Мы в триггере сейчас. Понял. Север. Так, парни, наверху на горке я лазю. Это который с красным бордюром? Немочка, да? 37-я? Хатап, 37-я? Мам, хатап, там... Я живой еще и раненый. Слышь, мы поломаем забор ГП, как думаешь? Нет. А с РПГ? С РПГ можно. Очень хорошо забор ломают, свежеубиенные рядом с забором. Он так подпрыгивает и ломает забор. Отойдите от этих домов, вы куда ушли? Хз, я вас потерял. Там, где последний раз ты нас видел. Ну вот этих домиков. Точнее,
да. Уйдите, я сейчас забор, который северный. Ага, видите, все, давай, работай. Пуск. Попал? Да, да, все, открылся. Кто у нас на крыше этой школы? Наших там не должно быть, наверное. Потап, ты был на крыше вроде? Не, я наверху на горке. Гаси, гаси, там враг. Я слева от вас в здании лечу. Мужики, вы где? Это вот противник, походу. Да? Азарт, ты из КВ не уходи, а с тобой еще пообщаться придет. Ну все, хорошо. Как дела? Нормально. Нормально. Кого убил? Кого снял? Не назовешь? Нарисовал новую КВ. Азарт, алло. Блин, ладно, сдвиг давай. Врага не может быть, да? По идее нет, она не в зоне. Понял. Прикройте, я перебегаю, кто-нибудь там рядом со мной можешь встать? Там рейч рядом с тобой. А я слева от вас. На западе вижу тебя. У пожарки... Вы про пожарку говорили сейчас или про... Да, про пожарку. А в школе где-нибудь... Как все не вовремя? Че, умер? Может быть. Я чуть никого не вижу. Так, в пожарке своих нету, так? Бил американца. Хорош. Так, рейдж, сейчас будет пуск. Рейдж, отойди подальше, я тебя прошу. Ай. Был рядом с школой, Паш? Ну, рядом. Да не надо там быть. Ладно, по дороге пройдусь немного. Убил, он оказывается лев. Чёрт. Это меня с крыши масленок, а сзади? На крыше меня убили, ГПшки. А кто у входа был? А, у входа в школу? Да. Скорее всего, я. А чё ты как-то ты медленно-медленно А просто мне в руку пробило, я, знаешь, впервые нормой вообще сел в онлайн, и вот так вот так вот. Это было очень странно, я по тебе стреляю, меня калаш в разные стороны мотает, не могу вестись, вижу, мишень медленно идет. Так ты мог бы не торопиться, господи. А я... И ты так повернулся резко, и всё сейчас смешно. Что приглушение на Windows правой работает здесь, спектакль? Как же ж больно скопытился. Блин, главное, что успел рацию подобрать. Она тебе помогла? Ну, как минимум, да. Откуда идут, я понял, но... Как посмотреть, кто и кого убил? Ты когда выходить будешь? Когда выходить будешь, как на богасе статистика? Ну ладно. Светуха не успеет вырубить раньше. Да бегают, блин, непонятно еще где. Тоже вокруг школы все взрывается, говорят, оттуда враг, оттуда, оттуда, смотрю, там никого нету. А я захожу, смотрю, какие-то чмыри, блин, бегают. А, это вот там оттуда поливал. Труху выбили в бессознанку, беднягу. Паш, мне кажется, тут не нужно чуть-чуть больше триггер сделать, отталкивающий.
Мало зоны? Да, нет, там мало, выжил. По-моему. Не, на бой показалось очень тяжело подойти. Да не сказал бы, суи поливают непонятно куда. Ого, РПГ-чника нашел. Фига себе, Аздоник лупит. Ну, походу, хата подбил. Толку в Армении работает такая. Там надо прям в окно залифить делить. Да. Вот нет, просто если... он ОГ-шкой, скорее всего, стрял, поэтому... Да, да, нет, это не ОГ-шка, это бомболический, да, был. Тут тогда придется переделывать. Причем очень точно. Не, нормально, захват пусть такой... самой школы делать, ограниченную зону, и расширять тогда это вот так вот. Потому что сейчас нужно зачистить именно вот в этом квадрате. Ну да, получается, этот квадрат сильно сам по себе... Ну как, он большой получается? Ну он нормально, вот, то есть, на, видишь, найти подходишь... всех можно. Нет, смотри, вот если школа чуть дальше проходишь, вот эти вот здания, видишь, двухэтажки две, ты выходишь дальше, 2 метра, и все, дальше тебя триггер отталкивает. Ну, допустим, да, на горку ты зайти не можешь, противника бахнуть. Ну вообще, бой за школу. А, да ладно. Блин, как меня Хаттаб увидел, там лежал, валялся, труп пытался обзастать. Тоже Хаттаб аж. Ух ты, Гонза и Азар там в тылах ходят. Ну. Эх, я еще такое хорошее оружие потерял. Кстати, у меня, Паша, что-то сейчас с трубой было. Я трубу подбираю, целюсь, а у меня просто руки, короче, вместо нее. Прозрачная да, текстурка почему. У меня почему? Звук залипал. Звук, да, пропадал. Залипал. Ну, это РХС. Ну, да. Все, прелесть. А вот с трубой не знаю, что. Вот, сейчас Азар, по идее, должен увидеть. А, он за стенкой сидит. Он Рексара не увидит. Мистер Кукс. Да, тут Хаттабыча хрен увидишь, действительно. Ну. Но он там хорошо спрятался, он поливал, сидел оттуда. Он божественно спрятался. А кого я убил возле здания РПГшника? А, Алекса. Какого Алекса? Тебе по Хаттабу пострелял и не попал, оказывается. Ну он ранен был, да. А, был, да. А вы тебя что ли? Я просто в него прям зажался, МК, да. Смотрю, хоп, нет. Да. Я думаю, ну умер. Оказывается, нет. Он меня еще убил на крыше, он из школы. Пап, он тебя что, слышал? Пахнули в школе? Да не, меня Алекс жахнул. Просто понимаешь, я как бы слушаю по рации, да, ты говоришь, типа, вот слева от школы, там, я, короче, вышел, нет там никого. А смотрю, и меня справа, короче, убили, оказывается, такой, ну, справа же. Сраксар умирать будет, смотрите, если дальше пройдешь. А мне что-то понравилось, слушайте, может, даже на 3 перекачусь. О-о, давай! Мясо чё, бежит. Чё, не видит? Ох, какая сальтуха. Блин, шпагат. Я увидел, но я думал, это вообще ёлка. Это куст был. Это куст реально. Кстати, был, я видел Данте, куст. Данте. Ягоды убило. Данте, помнишь те кусты у этого, у бревенчатого заборчика? М? Данте? Пошёл. Да тут мест, в принципе, обороне прятаться нормально. Да, нормально. Люди обживутся, привыкнут к этому месту. Сейчас просто не все знают. И я думаю, здесь зайти будет атаки очень тяжело. Здесь кустики хорошие, всякие дворики маленькие, входя без. Это азартных хорошая позиция. Да. Ну она реально хорошая. Я там сам многократно сидел. Я вообще на крышу залез и сидел на школе. В жопе ползу. За Хаттаб выжил и ГПшку мне отправил. Интересно, пропал труп. А это выходит, когда человек, он пропадает? Да? Да. Тогда так можно, наверное, всем игрокам малину портить, когда они лутаться будут. Ну да. То есть умер, чтобы рабцы не подняли, быстро ливнул. Труп исчез, да. 15. Это лагать меньше будет. Прибрал за собой? Да. Ну что там, у Аздоник будет чинить? А у Аздоника кровотечение. У нас что вдруг? Ну тут бывают эти раны опять, там бинтики там типа ослабляют. Начинает опять кровотечение. Угу. Поэтому ты медленно ходил, тебе надо было еще ноги перевязать. Я просто не знаю, как их перевязывать, понимаешь? А. Это правый вообще мой первый онлайн опыт по армии 3, и вот как-то вот так. Как-то не понимаю. Ну, Аздоник, рожай уже, в конце концов. О, Азарт спину заходит.
Кстати, а что за мода снимать шлема в армии ты? Ух, трую, прям в комнату залетело. А что ж ты мод? А, ну что, почему мода снимать шлема в армии? В армии 3. Не знаю, чтобы, наверное, определить свой шлем. Написал кто-то. Я написал в доме 4. Да как так? Чё они вообще сюда смотрели, я понять не могу. Я написал СДОНИК. Да я тебя забанил. За шо? За то, что ты написал. И что? Почему живой остался и захватили? Хаттаб, ты почему? Ну, потому что Азар убил, блин.